Мечтай. Мечтай по-детски, искренне, с открытым сердцем. Мечтай так, как будто тебе никто никогда не говорил эту ужасную фразу. Мечты не сбываются. Это вранье. Твои мечты, они сбудутся, если они твои. Если ты веришь. Если ты действуешь. Мечтай. Мечты вдохновляют. Мечты мотивируют и побуждают к действию. Мечты поднимают тебя с постели и наполняют энергией. Мечты делают тебя счастливее, ведь ты не можешь мечтать о чем-то плохом. Мечты, они окрыляют. Мечтайте. Мечта – это наша с вами жизнь, это наше будущее. Потому что именно через мечту мы приходим к нашей цели. А наши действия дают нам с вами результат. Кто бы мог подумать еще месяц назад, что сегодня мы с вами встретимся и будем говорить о таком великолепном продукте, как Мастер Гейм Инк, продукте Вектромастер. Друзья мои, мечтайте. Именно мечта вас приведет к вашему результату. И инструмент, который сегодня вы увидите, он позволяет нам делать бизнес сегодня без уговоров и приглашений. Он позволяет не тратить личное время. И наше личное время становится нашим достоянием. И сегодня мы вместе с Линникова Ольга, Василий Писаренко, представим вам удивительный клуб, бизнес-клуб, который называется Мастер Гейм. Мастер игры. И сегодня бизнес в интернете, конечно, можно делать играючи. Сегодня мы объявляем старт нашей площадки. И я слово передам организатору и руководителю Василию Писаренко. Добрый день, друзья. Я поздравляю всех с открытием нашей замечательной площадки. А кто бы мог подумать, что вот еще месяц назад у нас даже в планах и в мечтах не было такого, что действительно у нас через месяц появится проект, который создавался буквально в авральном режиме, на коленке. То есть это фактически придумывалось все вот так вот на ходу. Мы не знали вообще ничего, как с чего начинать. Первый раз созвонившись с программистами, рассказав ему так, вот мы хотим, вот они сказали нам, давай техническое задание. Какое техническое задание, мы даже понять не могли. Но все вот так вот, знаете, когда начинаешь что-то делать, мысли новые приходят. Вот каждый день утром созвон с программистами, что-то придумывалось. И вот сегодня уже случилось. Буквально за месяц мы, в общем, сотворили этот проект, который будет работать, который будет приносить удовольствие работать с нашими инструментами. Ну и думаю, что этот проект любого партнера нашего проекта удовлетворить в финансовом плане, так как продумано все практически до мелочей. Он будет у вас радовать еще многими вещами и различными инструментами, но в финансовом плане, я думаю, что вы тоже будете удивлены то, что мы вам будем рассказывать, показывать. Оля сейчас расскажет вас и познакомит с теми инструментами, которые у нас сейчас на данный момент на площадке есть. А у нас они будут, естественно, добавляться. Это базовая такая вот комплектация, можно так сказать, да. А я потом немножко расскажу о маркетинге и то, что вас ждет. Благодарю, Василий. Мы действительно проведем нашу встречу. Она будет где-то 30-40 минут. И ответим на все вопросы, которые у вас возникли, могут возникнуть по ходу нашего разговора. У вас в правом верхнем углу есть вкладочка, два конвертика и написано «Вопросы». Кликнув на эту вкладку, напишите свои вопросы, которые вы бы хотели задать руководителям и организаторам клуба «Мастер Гейм». И сейчас я перейду на наш с вами рабочий стол и покажу этот удивительный инструмент, который сегодня решает самые главные задачи, которые стоят перед любым человеком, кто пришел к нам в клуб. Почему ролик был включен мечты?
Мечты ведут нас с вами сегодня к осуществлению своих заветных мечт. Именно мечта перерождается в цель, а наши действия дают результат. Мечтайте. Когда-то я мечтала, что я буду работать дома, не выходя дальше своего порога. И у меня бизнес будет в интернете. Много было для этого причин. Но вы знаете, мои мечты не осуществились. Именно придя в интернет, я начала искать такие инструменты, которые бы освобождали меня от рутины. Именно от рутины. И вы знаете, я создавала из маленьких программ. Какая-то программка лайкала, какая-то стучалась в друзья, другая рассылщик. Я создавала целую систему. И у меня была вереница этих программ, которые выливались в течение месяца в очень крупную сумму денег. Но мне нужна была система автоматизации бизнеса. Я понимала, что на руках с маленьким ребенком я не могу сутками сидеть у монитора и кликать на эти клавиши. И вы знаете, сегодня и моя мечта, и я думаю, что мечта вас многих, кто хочет вести бизнес в интернете и не просиживать сутками у монитора, а кто хочет иметь умного, грамотного помощника, который бы делал для нас главную, основную работу, рутинную работу, ежедневную действие в автоматическом режиме и даже когда мы спим с выключенным нашим компьютером. Не это ли ваша мечта? Вот признайте себе, напишите в чате, это моя мечта. Я хочу, чтобы у меня был помощник, который за меня решает главные вопросы. Это он ищет мне партнеров, это он мне приводит мою целевую аудиторию там на встречу со мной, чтобы я могла выбирать себе партнеров. Друзья мои, сегодня такой помощник у нас есть. И сегодня мы с ним познакомимся, и увидим все, что он может делать. Друзья мои, мы находимся на нашей главной страничке нашего сайта. Посмотрите, какой профессиональный сайт. И сейчас мы увидим. Говорят, что лучше один раз видеть, чем тысячу раз слышать. Что из себя представляет мастер Гей? Что из себя представляет умный помощник, который живет сутками на наших страничках? И что он может сегодня делать? А в его функционале более 20 разных функций. Это действительно машина, это целый агрегат, который нам освобождает время. Смотрите, и ВК Лид, у него есть масс-лайкинг, то есть он ставит лайки, он может делать в автоматическом режиме, выставлять наши посты, выставлять наши сторисы, поздравлять друзей, знакомых и держать нашу страничку в постоянной чистоте. Вы, конечно, прогуляетесь по этому сайту, понажимаете на все кнопочки, вы посмотрите мощнейшую систему максимальных выплат и посмотрите и почитаете результаты тех людей, кто уже подключил себе помощника и кто работает сегодня уже с помощником. А я перейду на другую вкладку. Я зайду в свой помощник. И пройду уже прямо в инструмент ВК Мастер. И покажу вам, что сегодня он может работать сразу одновременно на трех аккаунтах. И задача каждого аккаунта, она может быть абсолютно разной. Вот этот аккаунт у меня работает вообще-то на клиентский чат. Он ведет мне клиентов, которые сами покупают продукт без моего вмешательства. Это бизнес-страничка. Давайте зайдем на бизнес-страничку. А я уже зашла. Да, я уже зашла. И мы видим прямо все наши инструменты, которые у нас есть в помощнике. И вы ниже видите сразу же стоимость нашего помощника. 210 рублей в месяц. Друзья мои, вы сейчас увидите функционал и поймете, что это даром. Переходим и открываем самый первый инструмент, который у нас есть. Это, конечно, ВК Лид. Это помощник 24 часа в сутки, без перерывов.
На вашей страничке от вас лично ходит и подает заявки вашим будущим друзьям и партнерам. Смотрите, насколько мягкая у него настройка. Может работать в режиме безопасности. У меня стоит, посмотрите, всего 10 человек добавлять через день. То есть через день он подает заявки моим новым друзьям. А теперь самое главное. Почему я люблю своего помощника? Да потому что у него в настройках есть 6 функций. И он может работать по конкурентам. Он может заходить на страничку конкурента и стучаться в друзья конкурентов. А если вы сетевик, то я знаю, что вы знаете очень много известных сетевиков, у которых большие организации. Вы знаете тех, кто сегодня обучает в интернете, как мы их называем, коучи. Зайдя к такому коучу, вы можете четко попасть, вот как я всегда говорю, в яблочко и настроить себе очень узкую целевую аудиторию. Наш помощник может спокойно дежурить на вашей страничке и ждать, кто вам поставит лайк на ваш пост. И потом он смело пойдет к этому человеку и подаст заявку в друзья. Вы можете настроить его на любое сообщество, там, где находятся ваша целевая аудитория, то есть там, где находятся конкретно, как вы предполагаете, ваши будущие партнеры. И то же самое, зайдя в сообщество, он пойдет стучаться в друзья, именно к тем людям, кто в этом сообществе. Ну а работа по ключевому слову нам с вами сегодня дает возможность брать такую узкую целевую аудиторию. Допустим, вы инвестор, и вам нужны люди, которые интересуются инвестициями. Вы просто-напросто вбиваете ключевое слово, допустим, инвестор. И он будет стучаться в друзья к тем людям, кто именно работает с инвестициями. Ну а если вы забьете ключевое слово, как у меня сетевой «это мое», так мой помощник будет работать только с сетевиками, с теми людьми, у кого тоже есть ключевое слово «сетевой». Друзья мои, это уникальная машина, я его называю, что это целый комбайн. Это инструмент, который может создавать сегодня настолько теплую целевую аудиторию, потому что каждый человек, принимая вас в друзья, он глянет на вашу страничку, а правильно упакованная страничка приведет вам конкретно заинтересованного человека. А как оформить страничку? Как расставить все крючки? Как мы говорим, создать крючки для нашего потенциального партнера? Об этом мы с вами будем говорить на нашей онлайн-школе. Именно онлайн-школа, мастерская «Мастергейм», где каждый наш партнер проходит бесплатное обучение на всех этапах становления своего бизнеса. Но давайте посмотрим статистику. Вот смотрите, за сегодняшний день он уже у меня, видите, добавление за сегодня. Статистика за последние 10 дней мы видим, но видим за сегодня. Мы видим, сколько отправлено заявок, сколько принято заявок. Мы видим конверсию. И чем выше ваша конверсия первого касания, тем вы точно будете знать, что у вас работает ваш помощник по вашей целевой аудитории. Лайкинг. Кто ж не мечтает поставить лайки на сторицы и привлечь внимание друзей? А кто не ставит лайки на посты своих друзей? Ведь у нас есть специальные методики, да, как привлечь внимание через лайки. Люди даже себе программы покупают и платят немаленькие деньги
Потому что ставить лайки, вот несколько сервисов, которые у меня работали, лайки на сторис и на посты мне обходились в 1000 рублей в месяц. Друзья мои, он не просто ставит лайки, обратите внимание, он будет работать по вашим конкурентам и ставить лайки, привлекая к вам внимание ваших конкурентов. Это уникально. Автопостинг. Это уникальная функция, потому что автопостинг, и чтобы ваши посты видели ваши друзья, мы с вами сюда загрузим воронку из постов. Как ее сделать, вы тоже научитесь в онлайн-школе. И ваши посты, они будут двигаться в ленте, как видеофильм. И ваши друзья, они будут знать про вас все, потому что каждый пост, появляющийся в ленте, он дает уведомления. А мы можем еще работать и по группам, создавая очень большой трафик, уже органический трафик на нашей страничке. Ну а про сторисы, что говорить про сторисы, это самый мощный инструмент на сегодняшний день. И когда вы запустите вот здесь воронку из сториз, вы создадите такой себе имидж, вы так разовьете свой личный бренд. А как ее сделать? Опять, вы просто пройдете обучение в онлайн-школе и сделаете воронку на свой бизнес и покажете его так, чтобы им заинтересовался любой, кто это увидит. Но помощник наш работает настолько корректно, что мы с вами защищены на 100% от банов. Конечно. Давайте оставим 1% человеческому фактору. Я говорила, что у нас есть помощник, который в автоматическом режиме держит нашу страничку в чистоте и в порядке. Он удаляет удаленные аккаунты, он убирает забаненные аккаунты, закрытая личка. Зачем вам нужен такой человек, который закрылся от вас, и вы даже не можете ему послать никакое сообщение, вы не можете ему позвонить, вы не можете с ним поговорить. Ну и, конечно, те аккаунты, на которые люди не заходят годами, по полгода, по 3 месяца, по месяцу, вы можете сделать мягкую настройку. И дежуря на вашей площадке целыми сутками, ваш помощник будет аккуратненько всегда подчищать и держать ее, ну, просто в чистоте. Вы знаете, я всегда наблюдала, как мне каждый день на ВК выходит список друзей, у которых день рождения. Это те люди, которые, возможно, никогда с вами не вступали в контакт. И сегодня мой помощник, дежуря на страничке, каждый день поздравляет всех, у кого день рождения, и отправляет от меня вот такую замечательную открытку. Тем самым привлекая ко мне внимание. Люди настолько благодарны, когда заходишь на свою страничку, видишь, сколько людей тебе пишут. Благодарю тебе за то, что ты меня поздравила с днем рождения. Спасибо тебе за те слова. Друзья мои, это еще один момент привлечения внимания на ваши странички. Итак, ваш помощник будет работать за вас 24 часа в сутки. Он не спит, не ест и хлеба не просит. И делает всю рутину. И только представьте, что вам придется заплатить той армии программистов, которые содержат вашего помощника, всего 200 рублей в месяц. А вот эта кнопочка переведет вас сразу же в службу техподдержки нашего помощника. И ребята отвечают на все ваши вопросы в течение 1-2-3 минут, решая любой сложности, вопросы, связанные именно с техподдержкой. Сегодня добавилась еще одна функция. Сегодня утром я захожу и смотрю, идет расширение нашего функционала. Это, конечно, чудеса, потому что сегодня
мы можем с вами работать еще и по спискам, сортировать, игнорировать тех, кто в списке, то есть наших коллег, кому не нужно обращаться. И расширение его функционала будет продолжаться дальше. Дальше и дальше. Давайте вернемся к нам с вами на наш кабинет. Давайте я зайду в кабинет и покажу, что в правом нижнем углу в нашем кабинете есть чат поддержки. Это чат поддержки нашей команды, команды Master Game. Сюда вы можете написать любые вопросы, которые связаны с настройкой программки, какие тексты писать, как лучше писать. Вы проходите обучение, у вас возникают вопросы, вы их задаете все вот сюда. И в течение буквально нескольких минут вам отвечают либо руководители проекта, либо наши партнеры, которые видят ваш вопрос. Вот здесь вы видите все новости, и вы можете всегда быть в курсе. Посмотреть любое видео, которое было в обучении буквально там день-два назад, нажав на кнопочку «Посмотреть». Вы сразу же добавитесь во все наши чаты. Чаты, которые, в которых вы найдете то обучение, которое вам нужно на вашем этапе развития. Для наших новичков это одно обучение. Для тех, кто уже работает по-серьезному, другое обучение. А кто встает на ступеньку бизнеса, ему нужно совершенно другое обучение. Ему нужны те помощники, которые будут встроены в нашего помощника и создадут воронки продаж без нашего личного участия. И это возможно. Наш инструмент так сделан, что мы можем это ему давать для продвижения. Друзья мои, только лишь тот, кто начнет работать с этим инструментом, он поймет, что сегодня не надо бегать и искать себе партнеров. Сегодня нужно использовать современные технологии, прописанные на нейронных сетях, которые работают в облаке, не грузят ваш компьютер, и когда он выключен, помощник все равно на службе. Вот об этом я мечтала очень давно, потому что ситуация, в которой я нахожусь, живя за городом, а сегодня еще плюс пандемия, коронавирус нам не позволяет общаться, проводить личные встречи в офисах, но сегодня у вас свой офис, и вы можете выходить на связь с человеком прямо из своего кабинета. Но это ли не мечта любого сетевика? Друзья мои, чтобы здесь пройти активацию, есть вкладочка «Бизнес». И именно здесь вы делаете активацию ваших площадок. Но для этого у нас есть обучающие уроки, и в ближайшее время вы со всем этим познакомитесь. А сейчас я хочу с удовольствием передать слово человеку, который очень грамотно разбирается в финансовых делах. Человеку, у которого логический ум, и он просто понимает, как просчитать любую выгоду для финансового благополучия. Тем более, что наш помощник, он дает нам возможность работать и зарабатывать дополнительные деньги на отказах. Вчера мне говорят: Оля, а что такое отказы? Я говорю: а это те люди, которые не пошли в ваш проект по какой-то причине. У них свой проект, и ваш проект просто им не нужен. И этих людей сегодня больше 80%. Они идут мимо вас. Но сегодня у вас есть инструмент, который вы можете им показать. И когда они им будут пользоваться, вы заработаете очень хорошие деньги. Я перехожу на показ экрана, возвращаюсь к вам в студию. Сейчас, друзья мои. И передам слово Василию. Василий, вам слово. Друзья, добрый день. Еще раз вас поздравляю всех. Если Оля рассказывала о инструменте, который
скажем так, убирает основные боли, боли людей, которые не знают, где брать людей, приходя в тот или иной бизнес, потому что именно команда дает самые большие финансовые результаты. То наш маркетинг, который мы разрабатывали, в общем-то, да, и продумывали, как он будет работать, да, он решает финансовые боли. И он рассчитан на только активных партнеров, и активные партнеры уже в ближайшее время, в этом году, могут закрыть все свои боли финансовые. Что касается каких-то кредитов, может быть, да, квартирный вопрос решить, ипотеку и так далее, и так далее. Дополнительный доход может кому-то нужен. То есть он на все случаи жизни. Он продуман таким образом, что он может давать доход с самого первого шага, как только вы вступаете в работу. Итак, буквально на последней вот неделе, да, мы немножко решили изменить маркетинговую часть, и у нас появилось два маркетинга. Один маркетинг будет называться у нас «Бизнес-мастер», второй будет называться «Бизнес-мастер Про». Чем они отличаются? Итак, первый маркетинг будет состоять из 6 площадок, вот они 6 площадок на 10, на 25, на 10. Отключите, пожалуйста, микрофоны. На 10, на 25, на 50, на 100, на 200 и на 400 долларов. Это те быстрые деньги, которые вы можете зарабатывать сразу же и мгновенно. 90% от каждой суммы, которая будет приходить к вам прямо на пар-кошелек. Площадка 10 будет давать 90%, 25, 50, 100, 200 и 400. Второй маркетинг, это маркетинг глубинный. Как бы хорошие деньги Кей не давал нам линейный маркетинг, но самые большие деньги это в команде. Именно команда дает самые большие результаты. Итак, сейчас немножко расскажу именно о маркетинге линейном. Опять же, видите, что 90% от каждой площадки за каждого личного приглашенного человека вы зарабатываете. Смысл в том, что это быстрые деньги мгновенно. Быстрые деньги мгновенно. Количество человек, которых можете пригласить на нашу площадку, совершенно не ограничено. Это может быть 5, 10, 20, 100 человек, неограниченно, да, и вы можете зарабатывать на каждой площадке от каждого человека 90%, и деньги сразу идут на ваш пайер-кошелек. Но этот маркетинг ограничивает глубину, и в основном доход идет от лично приглашенных партнеров и партнеров, которые реинвестируют, в принципе, в вашей первой линии. А вот вторая ваша линия, третья ваша линия, четвертая линия вам дохода не дает, но это глубина, а в глубине могут быть десятки, сотни, даже тысячи человек. Поэтому мы продумали и запустили еще один параллельный маркетинг, который будет давать вам деньги из глубины. Это деньги на будущее. Этот маркетинг будет работать таким образом. 50% это будет первый уровень ваш, отлично приглашенного, не 90, а 50. И 10% на 5 уровней в глубину от его первого уровня. То есть 6 уровней в глубину вам будут давать постоянное начисление. Если в 5 уровне человек активировался, купил площадку, вам тут же начислится 10% от суммы, которая, ну, несмотря на которой площадке стоит. А их у нас будет всего 3, 20, 40 и 80. Почему мы решили 20, 40 и 80? Обычно те, кто партнеры, которые работают в маточных проектах, смысл заработка денег там все больше и больше дорогих площадок. Человек покупает бесконечно площадки. Одну площадку, потом нужно еще одну купить, потом еще одну. И 95% даже до конца никогда и не доходят. Везде где-то деньги замораживаются на следующую площадку. Здесь же небольшой, как вроде бы в денежном эквиваленте, небольшие, дорогие, недорогие площадки 20, 40, 80, но они могут давать достаточно серьезный результат в деньгах. То есть вам больше вкладываться не надо. Все, что вам нужно, это работать и помогать своим партнерам, развивать глубину, помогая зарабатывать им, зарабатывать будете вы. Каким образом он работает? Площадка на 20 долларов будет вам приносить в глубину достаточно хорошие деньги, несмотря на то, что, скажем, на первом уровне это всего 1,8 доллара,
всего с 5 человек, да, на второй уровне тоже, да, но здесь это 45 долларов, со второго, с третьего уровня это 225, с третьего это уже 1000 долларов, с пятого 5000, с шестого 28 тысяч. И просто на 20-долларовой площадке, пригласив всего 5 партнеров и помогая им сделать то же самое, вы будете постоянно расширять. И вот просто пригласив 5 партнеров, не 10, не 15, а 5. Вы можете только с первой площадки, с одного круга заработать, а кругов можно будет бесконечно, 35 тысяч. На 40 долларах это 70 тысяч. На 80 это 140 тысяч. В общей сложности вы можете заработать 250 тысяч с одного круга только на этих площадках. Как грамотно работать и как вот это все развивать, должна быть, конечно, стратегия работы, чтобы не просто там подписывать людей. Поэтому мы разработали две стратегии, которые будут представлены именно на маркетинг-плане. Это стратегия мастер 1 и стратегия мастер 2. Почему? Потому что сам вот этот весь бизнес, он стоит 925 долларов. То есть это все площадки на втором маркетинге 20, 40, 80 и 6 площадок на первом. 925 долларов. Мы прекрасно понимаем, что 925 долларов не каждый или решится, да и просто денег, может, у людей нет. Поэтому мы просто быстро покажем, как совершенно небольшой суммы, буквально за неделю, уже находиться на всех вот этих площадках. И на площадке второго маркетинга, и на первом. Поэтому разработали стратегию, систему работы, которая быстро вам позволит открыть вот эти все площадки, в дальнейшем только наслаждаться доходами, работая со своими партнерами, приглашая их и обучая их работать в глубину. Поэтому второй маркетинг, естественно, это большие серьезные деньги в глубину. Глубинный маркетинг всегда дает самые большие деньги. Линейный маркетинг, он дает деньги быстро и сразу. Вы можете зарабатывать до бесконечности, приглашая людей, сразу же 90%. Второй маркетинг – это глубина. Потому что, допустим, представляете себе, на третьем, четвертом уровне у вас появился какой-то супер-рекрутер, супер-лидер, да, который может бесконечно-бесконечно рекрутировать. В линейном маркетинге вы доход получать от него не будете. Здесь же вы будете постоянно зарабатывать. Представьте, на 80 долларов у вас появляется все больше и больше партнеров, и вы постоянно 7 долларов. Это может по несколько раз в день вам набегать. Именно поэтому вот это все мы и, скажем, скомпоновали и разделили вот эти две площадки. И считаю, что самый лучший вариант, когда у вас есть и быстрые деньги, и на глубину, на будущее. И, наверное, может быть, в этом году уже появятся партнеры, которые, в принципе, вот эти все площадки могут и закрыть. А это достаточно серьезные деньги. Это 250 тысяч долларов, это 18 миллионов рублей просто на площадке на одной с одного круга. Пригласив всего 5 человек, 18 миллионов рублей – достаточно серьезная сумма, чтобы решить любые, наверное, практически финансовые проблемы обычного человека, да и необычного тоже, в общем-то. Вот, сейчас у нас был промоушен, и у нас появились новые партнеры, новички. Сейчас Оля вам расскажет о итогах вот этого промоушена, а более подробно о маркетинге, о стратегии мы уже будем говорить на презентациях по бизнесу, потому что у нас сейчас будет вектор презентации направлен именно на бизнес, на заработок, потому что как бы хорошо, инструменты здорово все, да, но все мы пришли за деньгами, и всем нужны деньги. Все мы хотим кушать, все мы хотим одеваться, помогать детям, покупать жилье и так далее. Вот, поэтому у нас и мы специально к этому подходили, продумали, потому что опыт очень большой достаточно. Я тоже более 13 лет в MLM, 80% из этого я работал в продуктовых компаниях, но и в матричных тоже есть достаточно неплохой опыт. Поэтому все это продумывалось, вот, чтобы было, вот знаете... Вот человек все здесь получил, и деньги не потерял, их просто потерять нельзя, и зарабатывал сразу же, да, и работал на перспективу. Вот, а сейчас я хочу передать слово Ольге, она расскажет о итогах промоушена, и потом кое-что интересное в конце еще расскажу я, и мы ответим на все вопросы. Друзья, 22 числа был объявлен промоушен всего на 5 дней. Для тех, кто пригласит нового партнера в наш клуб, именно партнера, а не просто гостя, то этот человек и сам наставник получает великолепный инструмент для бизнеса,
это авторская разработка скриптов для продвижения в интернете. То есть это один уникальный скрипт продаж для 5 категорий целевой аудитории. И вот такую книгу сегодня в подарок у нас получают наши партнеры. Это Стелла Веселова, Елена Ботова, Базар Гул Минисова. Ребят, я могу немножечко в фамилиях, как говорится. Ее наставник Куралай. Это наши партнеры Куприянова Марина, Марат Раджапов и их наставник Светлана Федорищина. Да, Федорищина. Извиняюсь сразу, если я фамилии немножечко переведу на иностранный язык. Вот эти ребята сегодня получат в личку, каждый получит эту книгу, которая позволит выстраивать воронку утепления буквально в течение 1-2 минут и завершать сделки, делая 1-2 касания. Это уникальный продукт. Я знаю, что его оценит каждый наш партнер, как только откроет готовые скрипты. И такую книгу сегодня еще получат ребята, кто к нам пришли на предстарте, стали нашими партнерами именно в момент предстарта. Это Леонид Гаврилов, Рашидан Нурмагомедова, Мария Дужак, Раиса Сайдарова, Любовь Зинина. Ребята тоже получат эту книгу. И вы знаете, у нас еще был промоушен на время нашего предстарта по рекрутингу. Это очень интересный промоушен, потому что люди, кто на предстарте приглашали 3 партнеров, им была активирована площадка на $25. То есть они от клуба получили подарок $25. А те, кто пригласили больше 3 человек, то есть 3 человека для $25 площадки, и еще 5 человек на еще плюс 5 человек, им была активирована площадка $50. Ну и если человек пригласил 10 и более человек, то ему была в подарок открыта площадка на $100. Вот у нас есть по итогам нашего промоушена, у нас есть партнер, которому были открыты все 3 площадки, и 25, и 50, и 100. И это, конечно же, наш партнер Альберто Стелла. Я знаю, что сегодня Альбертос в нашей студии. Примите от нас поздравления с тем, что сегодня вы начинаете свой бизнес сразу с открытыми площадками. И у нас еще один наш партнер, это Зулейха Петрова. Ей тоже была активирована площадка на $25. За выполненный промоушен, это приглашение от 3 партнеров в бизнес на моменте нашего старта. Но я знаю, что сейчас многие из вас подумали, а нам, а мы бы тоже такой инструмент хотели. Друзья мои, я знаю, что никто из вас не останется без подарка, потому что каждый наш партнер, кто подключается на платформу $25, у него эта книга в ближайшее время будет зашита в систему обучения. И именно по этому инструменту каждую неделю в 12 часов по Москве в нашем тренировочном центре «Мастер Диалог» мы будем с вами вживую отрабатывать мастерство ведения деловых переговоров в интернете. Мы будем не просто знакомиться с нашими будущими партнерами, мы будем завершать свои сделки, или мы говорим наши переговоры, в 1, в 2, в 3 касания. Поэтому
этим инструментом ваши команды будут расти, конечно же, в арифметической прогрессии. Я вас всех поздравляю, потому что то, что сегодня стартовала наша платформа, это и ваша заслуга. Вот за такие короткие сроки, чтобы меньше месяца, и заработала полноценно платформа, которая позволяет строить бизнес и иметь такой маркетинг, я еще этого в интернете не встречала. И я думаю, каждый из вас, конечно же, с нами согласится, потому что была проведена очень большая работа. За короткий срок, меньше месяца, создать систему, которая берет новичка без опыта, без личного бренда, который умеет только копировать и вставить, и помогает ему вставить в систему его финансового благополучия. Систему, которая ему с первого дня дает входящий поток. Она дает ему кандидатов в любой бизнес, неважно, в каком вы проекте работаете. Но помните, я вам сказала, что сегодня те, кто не пойдут в мой проект, мне очень часто говорят: «Оля, я в твоем сибирском здоровье уже была!» Или мне говорят: «Ольга, у меня свой классный проект!» Мимо меня сегодня эти люди не пройдут. Когда я слышу слово «нет», то оно стоит, как вам показал Василий, либо 9, либо 22, либо 45 и так далее долларов. Это деньги, которые падают в мой кошелек автоматически. И они доступны к их использованию, а не к выводу, к использованию, потому что это мой кошелек. Друзья мои, я вас еще раз поздравляю. Ну а сейчас давайте мы ответим на те вопросы, которые нам написали наши гости, наши партнеры. Василий, подключайтесь. Давайте промоушену немножко. Мы все прекрасно понимаем, особенно партнеры, которые подключились вот последнюю неделю, которые заходили на 1000 рублей на обучение и 500 рублей наставнику. Кто-то не успел активировать площадку номер 2, ой, 25, вторую площадку на $25. Поэтому для тех партнеров, которые зашли на вот эти вот 1500 рублей, да, 500 рублей наставнику и 1000 рублей к нам на развитие проекта, в течение вот этих 7 дней до 4 числа, до 4 апреля включительно, да, до, грубо говоря, до понедельника апреля, да, у них есть возможность еще активировать площадку за 1000 рублей, доплатив 1000 рублей, но уже в рамках маркетинга нашего 90% наставнику и 10% на Яндекс.Счет, который у нас указан. То есть еще раз передайте своим партнерам, кто-то может сегодня не присутствовать на работе, кто-то не, по времени никак не смог, да, поэтому передайте всем, кто зарегистрировался, у них возможность есть за 1000 рублей в течение недели активировать площадку за $25. Потом, если человек этот не активируется, мы уже продлевать не будем, тогда ему придется покупать площадку за 25 уже через PR-кошелек. Вот, а сейчас давайте вопросы свои. Вот здесь вот два вопроса есть, давайте я сейчас открою. Вот. Первый вопрос, наверное, Оля ответит, да? Что будем изучать на первой площадке, о чем пойдет речь на следующих площадках. Друзья, вы же прекрасно понимаете, что первая площадка – это $10, это старт. Стартовая площадочка, на которой человеку нужно что сделать? Настроить помощника. Ему нужно настроить помощника, запустить вот этот входящий поток, принимать его и уметь с ним общаться. Вот это обучение на первой площадочке. На второй площадке 25 человеку нужно уже более глубоко, у него люди идут, ему нужны другие знания. Ему нужно не пропустить мимо себя ни одного человека. Поэтому сразу внимание, а что видит человек, который пришел к вам на страницу?
как оформлены ваши социальные сети, где расставлены крючки или они вообще отсутствуют. Это работа, анализ ваших страниц. И, конечно же, на этой площадке вы сразу же создадите первого помощника. Это замкнутого цикла воронку продаж, где наша программа ВК-мастер будет сама продавать себя. Ну а когда мы с вами идем на площадке дальше, то нам нужны уже помощники, которые будут работать за нас по автопостингу, по автосторисам. И нужно уметь создавать эти воронки. И, конечно, там мы будем их создавать под ваши проекты и под продвижение самого помощника. Потому что это может работать вообще, ребят, без нашего с вами вмешательства. Сегодня у меня заходят люди через мою воронку продаж, они сами с сегодняшнего дня уже будут проплачивать, то есть активироваться, и я буду видеть активированных партнеров. И так это будет у каждого из вас, потому что мы воронку уже создали, и она уже у нас с вами лежит в системе обучения. Ну а чем дальше, тем будет еще интереснее. Мы с вами на площадке $100 запустим прямые эфиры. Это не простые прямые эфиры, это прямой эфир, где в течение недели раскручивается ваш личный бренд. Это создается для того, чтобы вас знали все, чтобы вас в интернете было много, и чтобы на вас работал уже непосредственно личный бренд. Да, много говорят, что личный бренд сегодня не работает. Друзья мои, это верно. Но я вам сказала про прямые эфиры. И мы запустим с вами проект. Очень интересный. Я оставлю это интригой. Я не хочу озвучивать даже его название. Но я вам сказала, в течение недели вас будут знать в интернете. Такая методика есть. И вы ее получите в дар, как и все другие обучения, которые у нас есть непосредственно в нашей онлайн-школе. Онлайн-школа, она создана для того, чтобы ваш помощник работал 100% на ваш бизнес, принося вам ежедневный дополнительный доход к вашему бизнесу. А для кого-то он будет основным и главным. Второй вопрос. Будет ли возможность добавлять несколько ключевых слов? Стелла, вот эти вопросы по настройке внутри, это технический вопрос. Мы его просто адресуем нашей техподдержке программистов. Как прописать несколько ключевых слов, чтобы робот их видел. И вам техподдержка даст полный ответ, как это правильно сделать. Алекс пишет. Эта программа находится у нас в нашем кабинете. Она доступна после оплаты первой площадки на $10. То есть, как только вы оплачиваете площадку на $10, она сразу же доступна. И стоить она будет 210 рублей в месяц. Пишите в чат или задавайте вопросы туда, пишите, потому что я понимаю, что у многих вопросы есть. Может, маркетинговая часть какая-то, может быть, техническая. Техническая часть, Оля правильно сказала, что все, что касается программы, это программистам, они полностью отвечают за техподдержку именно программы. Допустим, не можете подключить аккаунт, сбивается, или что-то неправильно, или вот мне писали, что рандомизированный текст, который составила девушка, да, он автоматически весь ушел, скажем, тому человеку, который робот сделал запрос. Значит, что-то где-то там неправильно. Они просто проверят. Вы пишете, добавляетесь в группу, пишете написать, указываете почту, которая указана при регистрации в Master Game, и вам на этот вопрос сразу же ответят. Фактически там 5-15 минут. И смотрите, Клара Гельтман написала: у меня не работает помощник. Я сейчас только сказал, что с этим вопросом вы обращаетесь в поддержку, нажимаете на инструменты и
с этим вопросом обращайтесь к программисту. Он работает, он не может не работать. Значит, что-то где-то неправильно настроили или еще что-то не так сделали. Прямо. Пишите туда и пишите свою почту. С вами свяжутся и посмотрят, что вы там неправильно настроили, помогут вам. Василий, там, может, просто оплаты нет, поэтому он не запускает. Да, кстати, да, там есть тестовый период 3 дня. После оплаты $10 есть тестовый период 3 дня. Как только тестовый период 3 дня закончился, вам нужно будет оплатить. А 3 дня вы можете понастраивать, попробовать, как он работает, поменять слова рандомизации и так далее, что лучше работает, чтобы потом настроить, и он у вас работал с утра до вечера. Страничку ВК нужно новую заводить. А насчет странички, смотрите, у нас помощник работает с 3 аккаунтами сразу. Если у вас новая совершенно страничка, свежая, и вы начинаете ее подключать, нее робота, начинаете с самых-самых первых шагов, понемножку. Минимум лайков, минимум нужно добавить просто несколько друзей вручную, и потом по этим друзьям, чтобы работал робот, начинать хотя бы с 5 человек, потому что вас могут просто сразу забанить, потому что неактивный аккаунт, только что зарегистрированный, и сразу большая активность. Поэтому смотрите с новыми аккаунтами немножко осторожно. А сколько аккаунтов заводить, это ваше, в принципе, дело. Но работает помощник с 3 аккаунтами сразу. Вы знаете, я тут могу добавить еще то, что сказал Василий, да? Друзья, вы настройте сначала один аккаунт, запустите его, все функции подключите. А потом спокойно добавить второй, третий. Потому что сразу, ну, можно сразу запустить, допустим, если вы там подключите все функции, ну, чтобы он там лайкал, вот эти простые функции запустить, да, поздравлялки и все прочее, привлекал к вам внимание. А главные настройки, конечно, у нас уроки по рандомизации текста, как сделать автопостинг. Сейчас мы с вами будем... Сразу же проведем трехдневный еще один практикум, который будет опять посвящен вот этим всем дополнительным функциям. Ну и уйдем на настройку уже воронок по сторисам и по постам. Потому что воронку из постов нам нужно будет запустить в ближайшее время. Это самое главное, это в ближайшее время наш план. Да, Клара, в маркетинге неограниченное количество вообще. Чем больше, тем лучше. Как в любом проекте. Еще раз поздравляем вас всех с запуском новой нашей площадки. Желаем успехов, больших структур и больших-больших чеков.